think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят. Ну что, доступно обновление русского сервера Castle Clash. Сейчас мы с вами посмотрим, что у нас интересного есть. Что добавили, что изменили. Соединение не установлено. Супер. Мне это нравится. Начнем с самого интересного. С нового режима. Потому что это, наверное, самое интересное было со всей обновы почитать. Что же все-таки новый режим, как он работает. Эра войны. Поехали. Каждый сезон длится 14 дней. Член гильдии может самостоятельно пройти регистрацию. Через 72 часа начала можно зарегистрироваться. Каждый игрок может выбрать до 30 героев на сезон. Вы можете изменить выбор до начала сезона. После начала можно сформировать до 3 команд. Каждая команда 6 героев. В этом событии у каждого героя есть атрибут, сила, который влияет на ОЗ и атак. Фиолетовая шкала под иконкой героя. Каждый герой начинает с показателя силы в 100. Марши и битвы снижают силу героя. Ну, короче, типа затраты энергии. Что также снижает ОЗ и атаку героя. Герои, расположенные на клетке города, могут быть добавлены и удалены из команды, могут воспринимать... Восполнить показатель силы. Редко ресурсами не могут выполнять такие действия. Ну, то есть придется бегать туда-назад, в город. А вместо индивидуальных баз у героя будет крепость. Гильдии, которую нельзя атаковать. Члены гильдии могут высаживать команды, возвращать их обратно в крепость. В общем, 1-1 с Ньюдауна, с Лизана. 1-1. Расширить территорию, высаживая команды, занимая ближайшие клетки. Занимайте маленькие и большие города на пути главной цели. Насчет гильдии будет увеличиваться после успешного захвата имперского замка, в зависимости от длительности оккупации. Вопрос в том, сколько гильдий все вместе, весь сервер будет, или все-таки определенные. Вроде определенные клетки с фермами и зернами проводят еду. И воду, соответственно. Еда может быть использована для восстановления силы героя. Вода понадобится для марш-бросков ваших команд. Члены гильдии, принимающие участие в событии, получат по одному славному сундуку в день. Награды будут зависеть от количества уровня занятых гильдийских клеток. В конце события гильдия с наибольшим счетом имперского замка получит награды имперского сундука. Вот и все. Поехали дальше. Ничего интересного отсюда мы не узнали. Ну, вчера больше было интересного на тайванском форуме написано. Супер. Наборчик за один самоцвет. Ну, как и на Тайване. Я на Тайване уже не показывал. Акции бомбические. Акции вообще просто пушка. Ну, может, обновят еще, не знаю. Ну, бомба. А сегодня пятница. Супер. Супер акции в обновлении. Так, набор замковладельца, кузница, счастливое число, таланты выигрывают. Крустальный сундук, добыча пирата, карта богатства, парящий остров. Короче, ничего такого нового не добавили. Итак, поехали, читаем. Два новых героя смотрим. Механоид Альфа. Вот так вот он называется. Альфа. В течение 2 секунд, давайте максималку смотрим на 15-м, интересно. В течение 4 секунд уменьшает атаку вражеских целей рядом на 70% и накидывает на них молчание. Это круто. Это реально круто. 4 секунды плюс молчанка. Всех причем. Ни одного, ни двоих, а всех. Неплохо. Наносит урон в размере 275 от атаки ближайшим вражеским юнитам и превращает 10% нанесенного урона в восстановление здоровья каждых на 2 секунды. Наподобие Бигфута в течение 4 секунд. Блин, да он неплох. Невосприимчив к молчанию, имеет высокие крит сопротивления и уменьшение. Уменьшает получаемый урон на 60%. Круто.
Когда атакует, имеет 15% шанс восстановить 100 энергии. Ну, что-то интересное, что-то новое. Реально, этот герой хорош. Это я уже показал. Это херня с херни. Оглушение по кулдауну. Давайте почитаем. Так, 10, максимум 10 юнитов по прямой. Имеет базовый 10 шанс крит удара, фигня. Исполняет обычную атаку, 4 его крит, 1,5 раза. Иммунитет к оглушению. Герой уменьшает получаемый урон на 70% в течение 4 следующих секунд. Восстанавливает здоровье. Ну, в общем, я вчера вам показал, это херня. Но вот это будет очень интересно посмотреть. Это реально интересно. Это такой жесткий дебафер. 70% уменьшает. Молчанка. Плюс 10 дамага в отхил. Плюс иммунитет к молчанке. Крит сопротивления. Получаемый урон. И плюс еще может восстановиться быстро. Ну блин, не знаю. Этот герой мне понравился по описанию. Не знаю, как на практике будет. Посмотрим. Так, поехали дальше. Что у нас еще есть интересного? Новый супер питомец. Кицуне. Когда его герой атакует, восстанавливает здоровье всем ближайшим союзным героям. 130 атаки питомца. Ну, реально есть смысл его на атаку фигачить. Также увеличивает получаемое лечение на 9% в течение 3 секунд. Ну, это реально тоже круто. И увеличивает уклонение. Офигенный для по локации питомец. Так, окей. Битва гильдии я не бегал. Атака портов будет на этих выходных. Знаете, у меня такое ощущение, что, скорее всего, новую локацию ведут так, чтобы был разрыв между этим, между атакой фортов. Возможно, скорее всего, не знаю, или так это будет, или нет, но мне кажется, что будет именно так. То есть на пределе будет. И скорее всего на выходных начинаться будет. Так. Так. С этим решили. Питомец. Изменения еще какие? Ни хрена они не сделали, как обычно. Не знаю, я уже об этом бомбил. То есть, нифига старых багов не пофиксили. Обещали нам, кстати, в КБшке нового босса. Сейчас попробуем его вызвать, если получится. Таргаш. Новый талант сейчас почитаем. Такое, ну, интересное, конечно, но я бы не сказал, что прям мега имбовый. Но я потестировал, но против Ронина он хорош, против иллюзорности. Но опять же, он активируется, когда герой атакует. То есть тоже есть нюансы. Если бы когда герой атакует, это было бы прикольно, чтобы дамаг проходил. Посмотрим, что у нас в КБшке тут будет интересного. О, пришествие демонов. Вот оно, ребята. Это что-то интересное. Целый час. Блин, нифига себе. Поехали, посмотрим. Стан цели, есть миньоны. Награда. 4200. Четвертая эмблема. Ну, не знаю, новая, не новая. Сейчас попробуем. 2 часа дается на него. Может, под новым демоном в КБ они имели в виду, иконку изменили. Это, блядь, это реально будет смешно. Ну, хотя я смотрю, он долго бьется. Да, не все так просто. Но у меня нету тыковки, да? Без тыквы мы просто так бьем. Я не помню, были у нас такие боссы с миньонами здесь или нет.
Сейчас посмотрим, что мы там набили. Надо тыкву сюда. Половину только ушатали, по-моему, да. Треть. Надо сюда пачку с тыквой брать. Неплохо. Интересно, интересно. 4,2 дают, но это у меня максимальный уровень КБ. Возможно, на обычных точно так же дают. Ну, вот так вот. 4,200. Короче, судя по всему, насколько я понял, может они демона, я уже давно сюда не бегаю. Может все-таки демон измененными и новые, напишите в комментах. Кто знает это, кто бегает. Потому что я давно уже сюда не бегаю, поэтому я не могу знать, но понял. А, предел. Да пофиг, предел-то предел. Сейчас еще на мессу нападем, посмотрим. Может, это и есть он, этот новый демон. В общем, напишите, ребята, кто еще фармит эту локацию. Оно или не оно. Ну, такое себе. Сейчас еще новый талант посмотрим. Вот опять пришествие. Увеличивает атаку, есть миньоны. 6300. О, ну это уже шестые эмблемы. Ну это реально. Посмотрите. Да, все-таки вот это вот новые демоны. Вот он. Ого, нифига себе. Офигеть. Вот это жестко. Поехали, посмотрим. Да, это новый демон. Стрелки. Тут надо только под тыквой его бить. А, у нас есть тыква. 70 лямов, ребят. Ну, что я могу сказать? Ну, это однозначно плюс. Вот в обновлении вот это самый большой плюс. И, блин, реально круто. Но 70 лямов это, блин. Не, подождите, каких 70? 700. Или мне показалось, сейчас посмотрим. Ну, времени мне однозначно не хватает. Да, все-таки 700 миллионов. Да, круто. Блин, да он жестко еще слив... Посмотрите, что он творит. Да ну нах. Просто тупо разорвал. Офигеть. Просто офигеть. Он просто тупо ушатал две пачки. Я офигею. Жестик. Посмотрите, как он атакует после. Да. Фига себе. Да ну нафиг. Знаете, вроде казалось бы, что это реально, но для бездоната вот это вот убить, я не знаю. Наверное, ипануться надо, чтобы его убить. Посмотрите, что он делает. Я в шоке. Честно говоря, я в шоке с Лиганца. Жесть. А он просто тупо ушатывает. Да, ребята, в общем, такие вот дела. Пишите комменты, что вы думаете по этому поводу, но это нереально просто. Просто жесть. Все, всем удачи, всем пока. А, еще талант, какой пока. Поехали, посмотрим талант. Вот это, наверное, самое интересное в обновлении. Так, талант у нас
Все правильно. При атаке урон 430 случайным вражеским героем игнорирует и снимает иллюзорность. Вот так вот. Игнорирует и снимает иллюзорность. В принципе, интересная тема. Но опять же, он работает при атаке. Ну, прикольненько. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.